Защита прав предпринимателей стала главной темой совместного приема в администрации города. Сегодня его провели глава Первоуральска, прокурор и бизнес-омбудсмен Свердловской области. Такие встречи уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх проводит регулярно. И, как отмечает, с каждым разом проблемы, с которыми предприниматели приходят на прием, возникают не на муниципальном уровне. К примеру, сегодня один из первоуральских подрядчиков, работающих на социальных объектах, рассказал о необходимости регулирования цен на стройматериалы. А организатор активных туров по Уралу внес предложения, которые поспособствовали бы развитию внутреннего туризма. Мы бы хотели предложить признать туристическую деятельность социально значимой отраслью, для того, чтобы предприниматели могли компенсировать часть расходов, связанные с сертификацией, связанные с обучением персонала, и вкладывать деньги в развитие туристической привлекательности нашего региона.